и вновь вас приветствую в канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну, снова здравствуйте. Вы вновь на канале «Это не диалоги о рыбалке». Тут пока сижу на больничном с ногой. Натянутый у меня вот такой вот чулочек специальный. С утра делаю перевязочку. Натягиваю чулочек и хромаю весь день по дому. Больше ничего не остается. Ну вот решил показать вам наши аквариумы, пока делать нечего. Не знаю, какое, насколько будет качественное видео. Как что-то у меня фотоаппарат плохо в доме снимает. Тут, короче, у нас что живет? Тут живут 3 штучки скалярии, 5 штучек неончиков, данюшки, меченосцы и несколько гупи, которые остались. Ну, вчера видал несколько мальков ихних, что может еще маленько разведутся. Это последнее время вот тут пока сижу дома, подновляю всем воду, лью метиленовую синь. Ну и вроде как начали они шевелиться, разводиться. Ну пойдем дальше. Сейчас только вытащил траву, чтобы вам показать, кто здесь что. Лампа мешает. Нога тоже мешает. Короче, тут живут у нас пара акар. Недавно отнерестились. Сомики-перевертыши. Пара. Один вот непонятный сомик, не знаю, кто такой. В основном все хищники тут. Короче, полосатый вон там сом еще какой-то сидит. Желтенький елоу. Ну и пары прилипал рыжих. Они вот там сейчас под камнем выкопали норку. И походу загнездились. Вон он идет к себе. Сначала там сидела самка. Потом он ее выгнал и залез сам. Теперь вход охраняет. Тут у нас ясли. Я не знаю, не удастся вообще снять. Там сидит этот. Сидят как. Личинки. Личинки акар. Они там мельтешат на дне. Ждем, когда получится из них мальки. Ну и тут все уже видели их в приготовках. Тут живет пара северума. И один прилипало. Чтоб чистить им маленько тут. Он справляется. Где-то он спрятался за кустом, видимо, он там. Да, вон он в кусту сидит. Северумы живут у нас на кухне. Такие. Когда жена готовит, чтобы ей было не очень скучно. Они тут ей плавают. Красавцы. Вот из аквариума, в принципе, и все.
Погода дрянь. Нога болит. Сижу на больничном. Маюсь всякой херней. Сейчас травку опущу ему обратно. Вот он. Пришел. Прикрыл свою нору. Чистильщик. Может, тоже малькуху ведут. Не знаю, что получится. Ну, как-то вот так. Устанешь за компом сидеть. Сядешь возле аквариума, залипнешь. Поглядишь маленько на них. Отдохнешь. Классно позалипать вот так. Интересно на тусовку поглядеть. Как всегда, с вами был канал «Это не диалоги рыбалки». Как всегда, с вами был я, Костян. Ну и когда-нибудь до встречи на реке. Всем не хвоста, ни чешуи на ваших водоемах. Берегите здоровье.